Одно из главных событий общественной жизни республики пройдет в середине весны и соберет марийцев со всего мира. С 14 по 17 апреля в Вишкар-Оле пройдет 10-й всемарийский съезд. Ожидается, что участие в нем примут более 500 человек. Во всех районах республики и регионах с компактным проживанием представителей народа Мари проходят выборы делегатов. Формула проста. От 2000 марийцев избирается один делегат. По данным последней переписи, в нашей стране проживают более 600 тысяч марийцев. Таким образом, на съезд делегируют порядка 300 человек. В большинстве районов республики выборы делегатов уже прошли. В Вишкар-Оле тех, кто будет представлять столицу республики на съезде, выберут 26 февраля. В Вишкар-Оле, где проживает более 62 тысяч марийцев, и мы должны избрать 31 делегата. Я думаю, что на этот сход марийцы, прописанные в городе Вишкар-Оле, придут и будут участвовать на этом собрании. Выступающие могут высказать свои предложения, пожелания по поводу подготовки к съезду. И высказывать эти предложения, конечно же, должны все, кто заинтересован в развитии марийского народа. Среди тем, которые будут обсуждаться на предстоящем съезде – марийский язык и семейное воспитание, молодежь, культура и информационное пространство, а также перспективы развития марийского национального движения. Этот съезд должен стать одним из этапов по подготовке к празднованию столетия марийской автономии. Напомню, всемарийский съезд – это самая массовая встреча представителей народа Мари, которая проходит раз в 4 года.